Эту часть двора местные жители сделали сами. Старшие по дому расклеили объявления, собрали нужную сумму. Ну а папы и дедушки своими руками смастерили эту красоту. Просто людям очень хочется, чтобы двор был благоустроенный, чтобы каждый житель нашего двора, это и Блюхера 8, и Волкова 1, нашел себе какой-то уголок, где он может отдохнуть. То есть должна быть санитарная зона отдыха, должна быть какая-то стояночка для автолюбителей, которые могли поставить свои машины. Должна быть площадка для детей, чтобы детки могли играть, и она должна быть огороженная, чтобы безопасность какая-то была деткам обеспечена. Так оно и есть, вот только горки не хватало. Особенно перед Новым годом и зимними каникулами. Опять-таки местные жители обратились к депутату Ирине Матвиенко и общественникам нового города. И уже сегодня рабочие несут части будущей горки. За процессом наблюдает 10-летний Иван Евгеньевич. Подсказывает рабочим, куда поставить, куда повернуть. Сам же будет и заливать горку водой. Мы гуляем с друзьями, собираемся, с одноклассниками, ну, проводим здесь оставшееся время. Дерево натуральное, расцветка яркая. В общем, специально для детворы. И уже вечером, убеждает Ваня, с нее можно будет прокатиться. Денис Ионас, Александр Филиппов, Антенна 7.